Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Алексей, сборка Beyond. Я немножечко раскидал свои бухгалтерские дела и решил немножечко еще поиграть в Minecraft. Так, значит, закончили мы на чем? На том, что я хотел где-то строить базу, и вот я, в общем-то, построил типа фундамент. Вот такой вот будет фундамент с таким вот хоз этим самым этажом, подземельем. Здесь у нас будут всякие трубы проходить и так далее. Естественно, это все будет расширяться по этим чанкам. Я тут четко выделил себе два чанка, где у нас все будет происходить. Во-первых, будет немножечко меньше проблем там из чанка в чанк, загрузился, не загрузился. Ну, наверное. Вот. Ну и потом будем расширять ее туда-сюда, влево, вправо, там уже посмотрим как. Так, я, наверное, сейчас сразу уберу все вот эти точки, потому что они мне, в общем-то, уже не нужны. Так, это значит вот эту. Да. Вот так пойдет. Кстати, наверное, вот эту тоже стоит убрать. Это я здесь собирался ставить генератор. Не будет там генератора, он будет где-нибудь тут. Так, в общем, мы сейчас будем переезжать и немножечко настраивать всю систему. Значит, мне в комментариях много чего полезного написали. Большое спасибо. Оставляйте больше комментариев, я читаю. Я люблю читать. Так, значит, здесь я уже наделал всякий уголь, силикон и так далее. Немножко, потому что мне понадобится... Что ж мне такое понадобится? Там что-то я там такое искал, что вот прям понадобится. А, вспомнил, что мне понадобится. Я хотел сделать ключ для Ender.io. Ну-ка, давайте посмотрим. Ender.io. Вот он ключ. Здесь нужен Electrical Steel. А Electrical Steel у нас делается из силикона, угля и железа. Вот это мы, наверное, сейчас поставим тут жариться. Так, уголь, железо. Ну, силикон и так далее. Так, железо возьмем. Вставил я, как мне посоветовали, вот эту штуку сюда. Ну, по-моему, она никакой Energy Storage and Speed. Может быть, и дает какой-то она эффект, не знаю, посмотрим. Так, пускай производится Electrical Steel. Нам много не надо, в принципе, всего три штуки. И будем потихоньку переезжать. Значит, вот эти вот ящики, как мне сказал Иркман, нужны для того, чтобы их перемещать без потери, да? Ну вот, давайте и попробуем. Сейчас все такое вот выложим, типа меч там и так далее. Так, это все сюда. Дальше механизмы всякие, наверное, тоже туда же. Так, да, помещается оно еще. Да, помещается. Так, здесь у нас будет всякое ценное. Ну, например. Так, там уже, по-моему, редстоун уже там. Это в механизмы, кстати, можно было бы положить. Короче. Все заполняем, да и все. Так, давайте вот руды сюда. Чик-чик-чик. Руды, которые еще обработку не прошли. А все остальное тогда... Вот это. Так, это больше к механизмам. Так. Так, ну а это всякий уже лут пошел, да? Так, железки сюда бы положить, да? Ладно, пойдет это все сюда. Все. Раскидали, что смогли. Да, надо было бы сделать побольше. Это Immersive Engineer, да. Да не буду я дом разбирать бедного инженера. Так, где у нас тут Electrical Steel? Так, все, хватит. Больше нам не надо. Нам понадобится еще и шестеренка, которую, кстати, я уже, по-моему, сюда закинул. Где-то тут была такая шестеренка. Вот она. Так, и из нее сделаем ключик. Да. Из Ender.io ключ у нас теперь есть. Отличненько. Так, здесь сейчас, наверное, дожарится еще одна сталь. Молодец. Вот, и теперь мы можем это все срывать. Ага, а это у нас из другого мода. Типа я из другого мода. Хорошо, все ко мне. Так, вот эти ящики тоже разбиваем. Так, мне еще понадобится, наверное, просто сундук хотя бы. Верстак еще понадобится. Так, а мы сейчас, наверное, сделаем так. Мы возьмем дерево побольше. Вот они, кстати, сундуки. И еще вот столько возьмем дерева. Наверное, даже вот столько возьмем дерева. И наделаем, да, там какую-нибудь штуку такую интересную. Так, что у нас еще осталось? Всякая ерунда. Это тоже берем с собой. Остальное пока оставим. Давайте вот эту штуку еще тоже с собой возьмем. И вот эту штуку тоже еще с собой возьмем.
Так, это все нам тоже понадобится, а здесь не нужно. Короче, я планирую что сделать? Чтобы здесь у меня была спальня, во-первых. А может быть, я ее и перевезу туда. Так, ты что, у меня не поместилось, да? Жаль. Вот. И здесь же будет, наверное, кухня. Короче говоря, пожрать и поспать. Вот такое вот дело. А вот там будут всякие основные механизмы. Единственное, что туда-сюда бегать, спать. О, кстати, я эндерлилии нашел. Посадил, пускай тут. Так что у нас эндерперлы скоро будут. Это будет намного лучше. Так, хочу сделать так, чтобы у меня вот этот чанг был чисто под склад. Под склад и под машины. А, ну, такие обрабатывающие. А вот тут уже у нас пойдет всякая энергия, наверное. Так что, что у меня там, кстати, с собой-то есть? Вот у меня, например, Basic Capacitor. Кстати, а его можно апгрейдить? Да, его можно апгрейдить, если сделать еще один капаситор. Да, будет на 5 миллионов. И Double Layer. Короче говоря, вот этот Energy Alloy нужно делать. Хорошо, хорошо. Тогда мы, наверное, его поставим пока что тут. Так, вот тут у нас будет типа такой блок для энергии. И вот эти машины пока впихнем сюда. Так. Короче говоря, пока что поставим все как было. Так. И здесь будем потихоньку выгружаться. Есть у меня же сундуки. Надо сделать, наверное, верстачок новый. Так, причем верстак у меня, наверное, будет в центре стоять. Где тут у нас центр? Ну, наверное, где-то тут. Где-то тут. Вот тут верстак в центре прямо и будет стоять. Здесь будет склад, здесь будут машины. Да, вот такой вот у меня план. Мы, наверное, выставим пару блоков, оставим им для жизни. Так, поставим, наверное, сундуки как-нибудь. Типа вот так. Надо было сразу, наверное, железными их делать. Так, вот эти штуки, наверное, поставим как-нибудь вот так. Так, и вот так. О, пойдет, пойдет. Как-нибудь потом разгребем. Так, и я хочу сделать побольше этих самых. Вот таких вот баррелей, потому что баррели это вообще-то хорошо. Так, а ну-ка, если мы так чуть-чуть оставим дерево. Сколько у нас тут сундуков получится? Ну вот 16, например. Так, дерево из этого получится 60. Ну, делать будем, наверное, сразу большие, потому что так удобнее, наверное. Так, 11 всего получилось, маловастенько. Так, ну-ка, давайте еще 8. Так, получилось 16. Ну, вот 16, я думаю, на первое время хватит. 16 это, по сути, 4 на 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Там, правда, доставать не очень удобно будет. Так. Так, и где-то же должен быть еще контроллер, да, для всей этой фигни. Ладно, давайте поставим как-нибудь так. Это разворачивается. О, разворачивается. Отличненько. А сюда у нас станет контроллер. Кстати, о контроллере. Нам-то понадобится алмазик, чтобы его сделать. И чего-то еще, да? А ну-ка. Хотя, может быть, мы сразу какой-нибудь storage этот самый замутим. Не, ладно, чуть-чуть позже, чуть-чуть позже. Потом все сожгем, в крайнем случае. Так, вот такой драйвер-контроллер. Так, здесь нам нужен любой этот самый, 5 камней и вот такие вот штуки. Кварц у меня есть, камень у меня есть, в принципе, у меня все есть. Так, 2 штуки, значит, 2 кварца понадобится, 2 редстоун факела и камни. А есть у меня камни, вот именно. Камни у меня где-то были. Камни у меня были, они были там. Кстати, может быть, тут эндезит какой-то. Нет, все там. Все там, так что пошли. Сейчас мы сделаем сразу контроллер, так чтобы мы всякое железо пораспихали по этим. Тот же редстоун там и так далее. Будет, наверное, намного лучше. Так, вот у меня есть много камня. Я его возьму с собой. Так, а что у меня тут еще, кстати? Кстати, вот глина. Зачем-то она мне там была нужна. Давайте даже еще гравия возьмем. Что ж я такое из глины-то хотел делать? Что-то хотел такое делать из глины. А, мне биндеры понадобятся, вот такие штуки. Это песок еще нужно взять. Так, мы вот это отложим. А гравий мы уже взяли, и песок еще возьмем. Вот так. О, пойдет. Ох ты, у нас уже темно. Открывайся. Так, это я не подберу сейчас. Ладно, тогда давайте сразу сделаем биндеров.
Что-то их называют так биндеры, просто так. Ну, биндер композит, да. Так, только мне его запихнуть не во что. Ну, пускай постоит тогда. Мы сейчас сделаем контроллер, а потом уже сюда вернемся. Да, это пускай лежит прямо тут. У меня просто некуда ложить. Вообще надо сделать, наверное, сумочку себе, чтобы таскать. Например, те же инструменты. Я так думаю, что это будет полезно. Так, смотрим. А, мне же нужны редстоун факелы, нужны палки для этого. Так, а ну-ка давайте-ка все выгрузим. Потом распихаем по местам. Так. И, наверное, надо поставить... Я хочу сегодня энергией заняться вплотную. Для этого мне понадобится глоустоун, редстоун и золото. Так, а что у нас с золотом, кстати? У меня даже электрум уже есть, случайно полученный. Да, вот золото есть. Так, вот в эту машинку мы сейчас это запихнем. Да, так, так, так. И будем делать специальный сплав. Да, пускай он пока делается, а мы займемся всем остальным. Так, что у нас там с деревом? Так, вот еще редстоун факел. Там, по-моему, 6 штук нам понадобится, да? Еще нужен один. Так, мне нужен редстоун еще. Где-то тут я его храню. О. Так, так. Мне нужно 6 штук пока что. И мне еще нужны камни. Камень, камень, камень. Чик, два камня. Есть. Так, и алмаз, еще камень есть. По-моему, все. А, ну и алмаз. А, и еще вот такой вот storage driver. Да, прекрасно. Так, и вот теперь я могу распихивать. Ну, естественно, сначала пойдут у нас металлы. Металлы какие есть, как говорится. Так, и пока мы их металлы, конечно, лучше взять специальные штуки для металлов. Кстати, а из чего они там делаются? Битдрайвер это не то. Так, давайте наберем, наверное, вот так. Так, storage, storage. Вот такая вот штука мне нужна. Точно так же, а тут еще поршни нужны, блин. Ну, поршней у меня, в принципе, много. Storage драйверов мы сейчас наделаем. И так-то, в принципе, можно было бы и сделать. Тогда тут надо все как-нибудь перестроить немножко. Ладно, короче говоря, мы будем немножечко потом этим заниматься. Так, вот железо сюда, медь сюда, электрум. Так, тин-блок мы разберем сейчас. О, уходит уже. Так, electrical steel сюда. Угу, пойдет, пойдет, пойдет. Так, это вообще не то. И что у меня тут еще из железного есть? Так, вот эти штуки, алмазы, это... Ну, это, в принципе, не очень... Вот, вот это надо выложить. Так, редстоун надо выложить. Причем редстоун, наверное, мы разберем вот так. Потому что он нам блоками не всегда, в общем-то, и нужен. Так, редстоун и глоустоун у нас будет тут. Ого, что, лазурита настолько много, что не помещается? 64 стака? Да нет. Бред. А почему он у меня не залетал сам? Это уже интересно. Это уже интересно. Да нет, залетает. Наверное, плохо щелчок сделал. Так, ну ладно, хорошо. С этим мы разобрались. Теперь машины у нас будут все вот тут стоять. Тут, конечно, тоже неплохо бы разобрать. Вот, например, вот для этого тоже неплохо бы место организовать. Чего у нас еще много? Дерева у нас много будет. Так. Блок железа. Так, железо мы, наверное, превратим все-таки в железо и запихнем сюда. 367 штук. Нормально так, в принципе. Так, ну и, в принципе, здесь можно тоже пока поставить. Ладно, все это мы потом распихаем. Теперь нужно как-то организовать
подачу энергии непрерывную. Сколько у нас там? 9 штук, это мало. Это мало, надо больше однозначно. Ну, я имею в виду для проводов. Так, мы сейчас сделаем биндер, их тоже нужно поставить жариться. Так. Полтора стака, нормально. Так, еще нам булыжник понадобится. Так, это нам не надо. Глину заберем. Так, что тут еще из важного? Одно стекло, лаймстоун мне не нужен. Вот это стекло заберем, уголь возьмем. Ну и, в принципе, пока все. Так, вот, кстати, может обсидиан еще понадобится. Так, здесь мы уже все забрали, здесь еда. Ну, в общем-то, почти все. Так, а здесь всякая фигня. Так, 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 так. Может быть, сделать этот самый Magical Wood и из него сделать... Что-то я такое хотел из него сделать, ну ладно, то потом. Так, естественно, это будет у нас расти вверх и даже влево будет расти, так что тут будет вообще-то хорошо потом. Так, булыжник, наверное, вот как раз я сюда его и закину, так чтобы он у меня все время был под рукой. Так, обсидиан пока сюда, уголь сюда. Вот эти машинки мы сейчас будем выставлять. Так, пластина есть. Так, а выставлять будем где-то... Ну ладно, раз это у нас машины, пускай, значит, где-то вот тут и выставляются. Так, стоп, это я не то поставил. Так, вот эта штука, на нее генератор. Так, сюда бы угля еще закинуть, да? Ну да. Ну туда, наверное, угля много не надо. Пока столько положим. Он там редко, в принципе, используется. Так, и здесь чем-нибудь заблокировать. Где-то у меня там был такого же вида камень. Что не было, да? Ну ладно, поставим вот так. Все, будем кидать сюда. Если что. Так, с этим разобрались. Вот эту штуку поставим давайте куда-нибудь сюда. Она, по-моему, работает без всякого... А, нет, она энергию использует. Да-да-да, точно, она энергию использует. Так, и мне надо биндеры закинуть в печку. Ой, это я так бегать не могу уже. Ужас, ужас, ужас. Вообще неплохо бы какую-нибудь электрическую печку-то сделать, конечно. Так, 15 штук у нас уже. Давай, 16. Пускай будет... Давай, 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 камон. Так, все, пока не жарь. Так, жарь лучше вот это. Да, и жарь много. Хорошо. Так, дальше. Теперь нам нужно организовать подачу энергии. Энергия у нас будет пока что вырабатываться вот этими двигателями, которые я создал. Так, и поставим мы их... Так, куда же их поставить-то лучше? Я хочу, чтобы здесь у меня был вот этот весь участок, четверть где-то всего этого блока, отделена под вот такие капаситоры, то есть такой здоровенный банк капаситоров. Вот. А к нему потом шла энергия. Так, это у нас... Давайте, наверное, это снимем. Так, и сюда поставим два двигателя. Ну, как-нибудь вот так. Вообще их, конечно, неплохо бы развернуть. Так, а что, ключом Эндера ее не разворачивается? Это у нас... Ага, понятно. Ну ладно, мы тут провод протянем, конечно, это не проблема. Так, хорошо. И нужно где-то снизу подавать воду на них, что ли. Или прямо здесь где-то поставить. Ну да, наверное, где-то здесь поставим. Так, теперь по поводу воды. Значит, есть у нас, ну-ка, резервуары какие. Так, есть из Эмберс какой-то резервуар. Хм, прикольно. Только черт его знает, что это за резервуар, да? Флюид танк. Вот тут что-то сложное. Есть у нас вот такой. Ну, тут делается из обсидиана, блин. Тут как-то сложнее, по-моему. Фейсет кварц. Угу. А, ну, в принципе, его можно получить.
просто пережигая кварц, да? Это, ой, блин, это много, из трех один получается всего. Так, подождите, есть и спам Harvest Craft, по-моему. Ну-ка, пам Harvest Craft, и есть у них там тоже резервуар. Вот, колодец есть. Железо и камень. Я так думаю, что это лучше. Это, по крайней мере, проще делается. Так, возьмем... нет, не 6, там надо было... А, да, 6 железа. 3 камня. Камень у меня с собой, да. Так. И попробовать от него заряжать. Но для этого понадобится ноду сделать. Так, ноду там... Для ноды понадобится сначала трубы сделать. Так, ликвид нода, редстоун, так, вот такое стекло у меня уже есть, осталось панельки сделать. Так, и у нас уже началась ночь, надо бежать поспать, а то сейчас наприходят всякие, сами понимаете. Может мне кровать все-таки поставить где-нибудь там, чтобы не бегать туда-сюда. Так что вот эта спальня у меня, наверное, отменяется. Поставлю-ка я пока там кроватку. Так, вот у нас, кстати, уже куча что-то мобов. Главное, чтобы криперов не было. Кстати, по криперам есть у меня такое непреодолимое желание все-таки отключить их взрывание. Так, поставим мы, наверное, кроватку пока здесь. О, spawn point set, отличненько. Так, колодец мы сделали, панельки мы сделали, редстоун у нас есть, стекла у нас есть, хорошо. Так, 64 есть. Так, нода делается, нужно ведро, камень, 2 редстоуна. Так, ведро у меня где-то тоже было лишнее, прям. Ладно, 2, 3. Так, а ну-ка. 4 ноды, отлично. Ну, можно проверить, будет ли работать этот колодец на этих двигателях. Просто так вообще технически. Можно, в принципе, я думаю, поставить пока сюда. Так, не это, вот это я хочу. Так, и протянуть вот эти провода. Не работает. Вообще-то. Так, я меч свой выложил куда-то. Надо забрать. Да, это засада, конечно. Я так что-то был уверен, что этот колодец все-таки может выдавать воду. Может быть, попробовать его наверх поставить? Нет, не выдает, конечно. Так, если мы так поставим... Так, сюда, наверное, нужно все-таки апгрейды ставить. А может быть и нет. Ну, короче, не выдает он воду, гад. Значит, надо ставить резервуар. Ну, а резервуар это дорого, конечно. Так, а ну-ка, что у нас там вообще из Extra Utilities? Так, Extra Utilities. Тут же должен быть какой-то резервуар или как? Можно, в принципе, поставить этот самый аккумулятор, да? Он, наверное, подешевле все-таки будет. Из... Неужели здесь нет бесконечного источника? Ну... Турбин глаз. По логике должен быть. Так... Майнер, механика, юзер. Батарейка, это не то все. Так, нагреватель. Что-то такое очень сложное здесь происходит. Так, ну ладно, допустим, нет у них, да? Тогда давайте глянем из Thermal Expansion. Так, Thermal Expansion, там должен быть...
Пульверлайзер, совмил. Так, он как-то выглядит. Так, это не то. Игнисиус экструдер, это тоже не то. Пульверлайзер, совмил, фотогеник, компактор, магма крюсибл. Флюид транспозер, это не то. Ну, лифер. Вот, аквас аккумулятор. Так, так. Ну, в принципе, по-моему, это будет дешевле. Это будет дешевле, чем угонять кучу кварца на бесконечный источник. Да, я так думаю, что именно его мы и поставим. Да-да-да-да-да. Так, ну хорошо, хорошо. Значит, нам понадобятся шестеренки. Где-то я их тут уже делал. Так, вот оловянные, вот эти. Так, железо что-то тут у нас делает. Кстати, вот у нас и поршни есть. Хм. Ну, точно понадобится редстоун. Так, и так и знак кинь палки, да? Ну, сейчас проверим. Так, водный аккумулятор. Вот такую штуку нужно сначала сделать. Так, есть. Дальше. Так, оловянное есть, стекло есть. Вот эту штуку нужно делать. Так, даже можем, оказывается. Отличненько. Так, и еще ведро нужно сделать. Так, так, есть. По-моему, энергии ему не нужно. Так, что он делает? Pulse water from... Вот, откуда хочешь, да? Так, у нас там, по-моему, внизу есть даже лужа воды. Можно прямо туда и поставить. Так, я хочу, знаете, что сделать лесенку себе. Так, вот у нас есть палки. Потому что оббегать все время весь этот кошмар я бы не хотел. Так, поставим мы, наверное, эту лесенку где-нибудь вот тут. Так, у нас, в принципе, ее сколько? 6 штук. Ну ладно, здесь и поставим. Так. Вот. И вот замечательнейшее место. Так, факелов у меня нету. Только надо посмотреть, откуда выдавать воду. Правда, потом переставлять надо будет. Я вообще-то хотел эти двигатели туда. Давайте, наверное, их сразу туда на место и поставим. Че, не отрываешься? Вот ты гад. Так, колодец, он, конечно, пригодится для других каких-нибудь целей. Вот, но здесь он именно не работает. Хорошо, значит, у нас, короче, двигатели будут стоять как-нибудь вот так. А это значит, что отсюда будет подаваться вода. Прекрасно. Так, мы прямо сюда впихнем аквас-аккумулятор. На него поставим вот эту штуку. Так, в ней уже есть вода? Да, теперь в ней вода есть. Да блин, хотел так пониже и вылезти. В результате не получится. Так, а здесь у меня также еще будут, наверное, какие-нибудь фишеры. Мне тоже посоветовали сделать, чтобы у меня добывалось что-нибудь из воды. Ну, как, кстати, что там у нас с фишерами? Так, есть. Фишбол, это вообще что-то не то. Фишинет есть. Хм. Я думал, какой-нибудь автофишер есть. А его, оказывается, нет. Ну, он должен быть, конечно, только надо как-то там его найти. Ладно, это мы найдем его, я думаю. Так, короче говоря, вот здесь у нас будет выход воды, и здесь у нас будет стоять два двигателя. Так, по-моему, самое время уже крафтить провода. Ах ты, черт, не время, я так и знал, что такая фигня произойдет. Да-да-да, я знал. Ну ладно, сейчас мы поставим пока сюда двигатели, надо же придумать еще, чем их питать. Так. А что с водой у нас? А что? Ну, вода пошла, все нормально. То есть аквааккумулятор работает. Так, надо же их как-то углем еще будет питать. А это значит, надо бы поставить какую-нибудь печку, которая будет питаться этими же двигателями и жечь дерево. Потому что дерева у нас теперь много. Так, печка, по-моему, самая удобная. Ну-ка, давайте посмотрим.
из актуаля Audition. Так, вот есть у нас call генератор, oil генератор. Ну хорошо, давайте посмотрим так. Есть просто печка, есть из extra utilities. Эти самые машин блок, кирпичи, машин блок делается вот так. 4 штуки сразу. Ну, в общем-то нормально. Так, какие еще у нас есть варианты? Здесь, наверное, будет подороже печка. Так, ну это вообще не нужно, кстати, electrical furnace. Не пойдет. Мне больше нравится вот эта печечка. Да, она делается как-то более-менее. И я надеюсь, что она... Так, у меня все, в принципе, есть. Так, есть. Так, и кирпичи нужны, да? Вот где ж пожарить-то теперь? Где-то у меня тут был cobblestone. Я же брал cobblestone. А, вот же точно. Так, 8 штук. Так, и в ней мы пожарим. Что я там хотел такое в ней пожарить? Прям уже не помню. Кирпичи я хотел пожарить, да? Так, а что с глиной? Вот она, глина. И там понадобится 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как раз один уголек мы на это потратим. Последний раз. Вот, и надеюсь, все будет. Так, теперь по поводу проводов. Так, это мы забираем. Так, и попробуем вот так. 10 штук можно сразу сделать. Так, 32. Ну, давайте оставим. Может быть, пригодится 5 штук. Что-то из этой стали такое делается тоже очень хорошее. Я почему-то помню. По-моему, капаситор делается, да? Да, точно, капаситор. Уголь есть у меня. Basic капаситор мы сделаем. Так, а из него потом можно... Его можно потом с помощью него апгрейдить. И сделать капаситор-банк на 5 миллионов. Так, если их две штуки сразу поставить, ну, в смысле, 4 штуки, и получится капаситор на 5 миллионов. Так, ну ладно, давайте сначала поспим, наверное, пока никто не пришел. И у нас уже время серии подошло к концу. Ай-яй-яй. Так, значит, это у нас сюда идет. Сейчас мы электропечку поставим. А, мне нужны же провода. Я сделал провода. Молодец. Так, 6. Так, может быть, поставить еще эту штуку жариться. Потому что вообще-то понадобится. Так, ну ладно, сейчас мы вот это дожарим. Так, а что это такое у нас? Что-то прикольное, наверное. Так, и печка. Так, я надеюсь, что она электрическая, а не какая-либо другая. Так, если мы сейчас поставим... А у нее можно вывод делать? Ну, мы ноду можем поставить, в конце концов, которая будет выдавать, так? Да, типа сюда загружаем и сверху выдаем. А, она, по-моему... Нет, она на РФ-ах работает. Хорошо, хорошо. Так, тебя можно крутить? Ну, ладно, в принципе, нам и не надо тебя крутить. Мы сейчас поставим так, так, так. Так, а из тебя будем запихивать... туда уголь. Так, только ноду нужно еще сделать. Хорошо, и, наверное, провод. Так, а мы же провод-то хотели вниз пустить. Да, надо перевернуть все-таки. Какой у меня тут еще есть ключ, который переворачивает двигатели? Так, это же у нас из Thermal Expansion. Ну, давайте сделаем ключ. Ну, вот это вот RF Tools ключ есть. Но он, по-моему, не разворачивает нифига. Хотя надо попробовать. Нет, разворачивает. Он разворачивает, это хорошо. Тогда мы здесь, наверное, пробьем дырочки. А зачем мне много их было пробивать? Не надо было много пробивать. Так, поставим. Так, и поставим вот так. Вот, а отсюда собьем.
Так, здесь тоже соединим. О, прекрасно. Так, здесь мы разворачиваем не этим ключом, вот этим. Так, сюда и сюда. О, прекрасно, прекрасно. Сюда подается вода. И отсюда будет с помощью ноды доставаться уголь. Нормально. Только успевай подкидывай дерево, получается. Воронку сверху поставим. А как мы сверху поставим? Ну, сбоку поставим воронку, да? Так, а есть у меня сундук? Ну, да, можно сделать из Ender IU провода. Кстати, у нас же есть, типа, наверное, трубы какие-то. Из Thermal Expansion. Но я боюсь, что они их не сделали еще. Ну, типа, это дополнительный мод. То есть нету труб. Ну и хорошо. Черт с ним. Так, а из Ender IO, кстати, какие есть? Так, из Ender IO вот Item Can Do It. Для этого нужна вот такая фигня. Этот слиток делается из железа этой. И Ender Pearl, который у меня в одном экземпляре всего. Но я бы именно на это бы и потратил, в принципе. Потому что я не вижу другой причины тратить. Так, за биндеры спасибо. Это нам не надо. Так, железо сюда и Ender Pearl тоже сюда. Сейчас дожарится еще один. Так, здесь мы сейчас должны поставить еще воронку. Мне нужен сундучок. А я дерево вообще никакое не принес. Молодец. А, нет, принес. Вот оно. Так. Два сундука. Это, ну, в смысле, два дерева. Это сундук, а значит, это воронка. Так, но мне нужен еще один сундук для самого дерева. Ага. Так, так. И, наверное, мы его сразу сделаем железным. Вот, так, чтобы он был побольше. Что там у нас дожарилось? Это у нас вот этот биндер дожарился. Сейчас дожарится эта штука. Так, значит, мы будем где-то сбоку его загружать. Здесь у нас будет сундук стоять. Сюда мы будем складывать дерево. Так, а сколько у нас там дерева? 3 штуки всего. Так, ну, в принципе, я для того и... Где там мой топор? Его здесь и выращиваю. Ау. Ой, я некрасиво срубил. Ой, некрасиво срубил. Сейчас придется вот так делать. О, нет, нормально, красиво. Так, нужно только не забыть потом саженцы отсюда пособирать. Потому что, да, саженцами проблема. И, скорее всего, я ее буду решать через ботанию. Через ботанию, мне кажется, быстрее. Так, а что я его насобирал? А, чтобы закинуть в печку. Ну да. Так, это мы сюда кидаем. Здесь оно, по идее, должно сейчас жариться. Только у него РФ-а нет, да? Так, здесь мы забираем этот несчастный один слиток и делаем айтем-трубы. Так. А, нет, стоп, это же делается вообще не так. Это вот так делается. Ой, так у нас сейчас будет много труб. Отлично. У меня аж 24 трубы. Ну, так мы живем. Мы сейчас вообще сделаем все красиво. В принципе, эта воронка уже и не нужна. Так, можно вообще настроить красиво, да? Так, так, так. Ну как красиво? Относительно. Не, лучше пускай уже стоит, как стоит. Так, мы вот эту вот штуку как-нибудь отключим. Ой, не отключил. Так, она, по-моему, вот так просто дезаблет и все. Во, пойдет. Так, здесь у нас будет выход. Так, а здесь у нас будет insert. Так, insert. Здесь... тут, наверное, надо фильтр ставить. Вот это я не подумал. Так, а ну-ка дайте мне чего-нибудь... Так, оно же работает на нем. Да, оно работает на нем. Так, здесь РФ будет копиться или нет?
Эх, не докопилось чуть-чуть. Так. Ты же должен сюда передавать. Вот, передал, молодец. Так, уголь сформировался. Я просто не знаю, то ли он будет дерево забирать отсюда, то ли нет. Потому что и дерево, и это можно запихивать. Так, ну ладно, сейчас попробуем. Так, если я ставлю... так, сюда пошел уголь. Ну вот и хорошо. Так, а дерево он не забирает. Ну все, отлично. Система замкнута, работает. Только подкидывай дерево. Так, а сюда мы проведем уже по низу провод. Так, ну это я буду делать, наверное, за кадром. Вот туда и к этой системе. И здесь будем накапливать полностью энергию. Хорошо. Ну, короче говоря, это один как бы из вариантов. Я специально не стал делать много двигателей, так чтобы это было просто как бы вот один из вариантов получения энергии. Так вообще я, наверное, буду на каноле все делать, ну, получение самой энергии. Так, а что у нас тут вообще происходит? У нас тут один блок не сбит. Ау. Так, ну что ж, на этом мы, наверное, закончим серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Вот, постараюсь в следующий раз немножечко покороче делать. На этом все, дорогие друзья. Всем пока.